Звездочки 2017 зажглись. В актовом зале Люберецкого дворца культуры состоялось торжественное награждение победителей муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов среди школьников округа. Раскрой свои таланты, сделай шаг навстречу мечте. 270 выдающихся имен, все детские, прозвучали во время торжественной церемонии со сцены Люберецкого дворца культуры. Каждый из этих ребят получил награду за свои достижения и победы в уходящем учебном году. Может быть, для кого-то они первые, а для кого-то, может быть, это начало, начал того, что ваше имя будет вписано не только в историю Люберецкого края, но и в историю всей России. Во время ежегодного праздника «Звездочки» 20 школьникам были вручены именные стипендии главы городского округа Люберцы. Кроме того, депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско поздравил ребят с высокими достижениями в учебе и подарил подарки. Особого внимания на мероприятии удостоились призеры зонального этапа олимпиады по избирательному праву команда «Любизбирком». Голосовать приглашаем, всех приглашаем, твой голос важен, комиссия. Вы молодцы, действительно, вы сегодня уже из звездочек вырастаете постепенно в звезд. Но не зазнавайтесь, продолжайте также учиться и достигать успехов. Статистика показывает, что люберецкие школьники идут к победам с уверенной прогрессией. В 2015 году победителей олимпиад регионального уровня было 9, в 2016 – 21 человек. А по итогам этого года их уже 36. Победителями всероссийского уровня, лауреатами премии губернатора в 2016 году стали 47 человек, в 2017 – 51. Яна Яковлева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.